проходит, подскальзывается. Бабушка тут чуть не это, навернулась. Я... А что вы меня снимаете? Это моя искренняя, это не показуха, я ничего не это. Я просто бегал, я вот, извините, наушники сниму, а то не слышу. Сейчас. Я вот в итоге бегаю тут, смотрю, все хорошо, везде все разбито. Прям весь в Ломоносово вот так вот обегаю. Лес вот там наш, вот это все. Это мой плед, нормально. Это вот. Лев. Лев. Я сам лев. И у меня натура такая, всегда бесплатно помогать. Я всегда от этого страдал. У меня отец говорит, ну хотя бы хоть какую-то копеечку. Мам, пап, я не могу. Ну типа, а вдруг у них нет? А вдруг еще что-то? Вот, может, даст. Ну вот не может, не даст. Все. Вот. Вот. Любимый мой этот пледик. Ну я на нем спал, сплю. Хороший. Его надо простернуть, короче. Он просто у меня... Я сейчас, получается, стиралку отдал свою уже. У меня была хорошая на этот, и она помещалась, барабан. Там мозги только эти, ну, типа, электрику надо было поменять. Я говорю, мать, 1400 стоит электрик, ну, я шарю в этом. Все, я, ну, у меня два высших образования, Герцена, государственное муниципальное управление закончил. Закончил горный университет, понимаете? Ну, просто вот, все говорят, а я делаю. Я захотел, я сделал. Вот, смотрите, я сейчас покажу, как это делать. Это все просто, и асфальта ничего. Асфальт от этого не повреждается никак. Ну, смотрите, я, например, беру, я вот подбил, вот. Вот, вот поддел. Снял. То есть просто холодно, у меня крестообразная связка порвана, титановые штифты тут. Я вот себе постелил, у меня, я не могу на колени вставать просто физически. У меня связку взяли отсюда и поставили сюда. Угу. Я на колени не могу. Я никогда уже не встану на колени. Ну, очень больно. Ну и по натуре своей вообще как бы, знаете, врагу не сдается наш русский варяг, как говорится. Если песком, то еще неплохо. Я же химик. Если это не песок, а какие-то вот прямо химические соединения жесткие, они могут разъесть обувь полностью. То есть люди ходят, оно разъедает, и оно слякость. Ну, вы химию вообще знаете как? Твердая двойка. У меня отлично у меня было. У меня вот я 30-ку заканчивал. У нас же с красным дипломом лучший учитель года Елена Васильевна Падута. Мне уже не 17 лет, не 15, не 13, мне 27. И просто я все равно понимаю, что надо вот, это лучше любых каких-то там лекарств, что прописывают непонятно, таблеток, вот настроиться ментально, что мы сами творцы, чего мы хотим, понимаете, вот вообще. Так, взял, например, по футбольному, вот, тут было вообще вот, то есть тут люди тоже подскальзывались. И я тут наворачивался. Просто видите, кому-то удобно, тут чуть-чуть почистили. И тут так вот идут. А тем, кто сюда, кому сюда. Все, вот так вот. А тут же почта, тут бабули постоянно. Пенсию получают. Да, и оно раз, и вот так вот. Как будто специально, чтобы они раз, и их все, понимаете? Очень, очень, очень опасно, очень страшно. Мне саму, у меня вот смотрите, у меня как кирзачи, мощная подошва, все. Я сам все равно скажу, на любой. У меня вот это, Калипсо я купила, эту обувь кожаную тоже с хорошей подошвой. Все равно скажу, в кроссовках скажу, любая, ничего нет. Потому что там каток, вот идемте со мной. Что, вот теперь вот вы увидите, и что вот я... А, вот это все ты сделал, да? Вот смотрите, я просто уже тут много часов, и вот смотрите, вот, я вам даже покажу. Отойдите, пожалуйста. Это реальный каток, вот. Аккуратнее. Вот, каток. Каток. И люди вот так вот тут. Вот я даже просто пошел, начал идти. И у меня уже сила тренера же, понимаете? Скольжение. Раз. Физика. Элементарная. Пятый класс. Как будто люди глупые, мне кажется, не понимаю. Я просто разносторонний. Меня пытались как-то под одно. А я то химию, то математику, то физику. Я все любил. У меня, ну, по всем предметам, кроме... Я... Мне, ну, просто родители сказали, вот, зачем оно тебе надо, вот это ИЗО, черчение. А я левша, я творческий вообще человек. И я только вот сейчас начал для себя что-то. Хочу картину нарисовать, хочу еще что-то. Хочу песню написать. Я в хоре раньше пел когда-то. У меня был, когда я маленький, голос-то был совсем. Я теперь в поликлинике, например, говорю. Они говорят, что вы орете? Я говорю, у меня голос такой, я не ору. Хотите, я крикну? Вот сейчас. Да, да, хочу. Ну, а что крикнуть? Россия вперед, там Зенит. Крикни свободу. Какую? Просто свободу. Свободу! Вот. Нормальный голос.
Свободу! Вот, вот это крик. А вот это просто разговор. Я не кричу. Чего вы повышаете голос? Я не повышаю еще буду. Девушка. Ну это ладно. Тут ко мне человек еще просто подошел, вот представьте, и он говорит, можно я возьму у меня это? Я говорю, это все мои инструменты, вещи. И начинает прямо это бычить, ну, пьяный. Я говорю, иди отсюда. И его эта женщина защищает, типа, я такой плохой. Я говорю, вы подойдите, помогите мне. Пошел ты, ну и сразу мат, перемат. Думаю, вот так вот, для людей делаешь, они еще тебя посылают. Менталитет такой, знаете, вот, типа, как и Достоевский говорил, типа, разбудите меня через 100 лет, я вам скажу про Россию. Пьют, воруют и... Ну вот, а я хочу что-то менять, я хочу совершенствовать мир. Это у меня всю жизнь было, вот изнутри просто, душевное. Я просто вот такой человек. Ну, я один. Вот мне даже, вот мне помощь нужна, просто людей. Мне даже никого, ну, просто людей вот собрать. И эта физкультура, это полезно. Слушай, никаких... с таким голосом, как у тебя, ты можешь просто позвать людей. Да все у всех дела, все заняты, все спят, ну все, ой, у меня бизнес, у меня то, у меня все, там, ой, я не могу, вот у меня семья, дети, у меня же никого.